Здравствуйте, дорогие друзья, участники и гости первого регионального этапа центральной программы «Арт-профи-форум». Мы рады приветствовать вас на нашей замечательной Кингисеппской земле, которая славится своим историческим прошлым и является современным благоустроенным городом с устойчивой основой экономического развития. Хочу всех поприветствовать в этом зале. Хочется, чтобы данное мероприятие прошло у нас сегодня на должном уровне. Познают ее часто лишь девушки. И как в песне всем известной, юморной и интересной. Не поверите, друзья, 8 девок, 1 я. Я, конечно, десятка неробкого, за себя постоять я сумею. От девичьего взгляда кроткого и внимания я просто балдею. В ресторане, и на фабрике, и в бане он деньгам ведет учет, где расход, а где приход. Ежедневно меняется мода, и по кругу стоит белый цвет, чтобы поправить ошибки природы. Борщи готовить мы умеем, зачет по курице сдаем. Давать тепло и свет. Сесть удобно вам накажем. Слушайте внимательно. О профессии расскажем самой замечательной. Живем мы в России, не на Гаити. В тепле наша сила, тепло берегите. И мы пришли вам дать совет, как сохранить тепло и свет. Требования к индивидуальным особенностям. Ветеринару необходимо устойчивое внимание, решительность, наблюдательность, быть доброжелательным, любить животных. И быть эмоционально устойчивым. У человека на земле немало есть профессий. Но его во все века один и тот же план. Под этим небом человек себе находит место. И там, где колышек забит, копает котлован. А нашим Сланцевский индустриальный техникум. Основная черта – оптимизм. Главный девиз – люди не железо, не ломаются. Образ жизни устойчиво-подвижный. Отвечает на все интересная особенность. Мы – люди разных будущих профессий. И отличить нас друг от друга очень просто. Если человек безумно боится короткого замыкания и без конца повторяет, ох, как бы не дернул током, то это электро. Царя-то уважал, да и он не обижал. У него росли 2 дочки, распрекрасные эти дочки. Старший минуло 17,
младшей дочери 15. Ну, решением жюри единогласно первое место у нас занял Григорницкий, а второе, соответственно, Беседский. По, значит, творческой конкурс рекламы и презентации профессии. Как жюри посвящалось? Первое место – Бегунинский агротехнологический техникум. Второе место – Кингисеппский колледж технологии сервиса. Третье место – Лужский агропромышленный. Четвертое – Сланцевский индустриальный. Пятое – Беседский сельскохозяйственный. Шестое – Сосновоборский политехнический. И седьмое – Кингисеппский политехнический техникум.